Привет, это Максим из магазина «Фотолюбитель». Допустим, вы уже опытный пленочный фотограф, и у вас скопилось довольно большое количество техники. Разумеется, сам фотоаппарат с объективом, также довольно большой парк оптики к нему, вспышка, ну и, предположим, пара комплектов каких-нибудь светофильтров. Разумеется, возникает вопрос по поводу хранения всего этого добра и, возможно, транспортировки. Нам поможет один из винтажных кофров, например, такой. Все готово, и можно отправляться в путь.